Меня зовут Евгений Корчагин. Я руководитель клиентского сервиса SEO-отдела в студии «Семантика». Я с 15 июня 2016 года здесь работаю. Я пришел сюда менеджером в отдел продаж. В тот момент я вообще не понимал, что такое SEO, контекстная реклама, не понимал, чем здесь занимаются. Но мне было очень интересно. Мне вообще казалось, что это история, которая полезна, во-первых, для всех. То есть любому бизнесу это нужно. А во-вторых, это интересно, потому что здесь много тонкостей и нюансов. Здесь можно стать профессионалом, мнение которого ценится, и оно значимо. И, соответственно, я проработал около 2 лет в отделе продаж. И после этого мне уже предложили должность руководителя клиентского сервиса. Мой отдел – это отдел аккаунтинга в SEO-проектах. И мы занимаемся тем, что работаем с клиентами, помогаем найти ответ на вопрос, помогаем найти решение всех возможных возникающих задач. Ну и наша главная задача – мы являемся мостиком между клиентом, который не понимает основы и процессы в SEO, а между клиентом и, соответственно, специалистами, которые все прекрасно понимают, но зачастую не могут это объяснить простыми, доступными словами. Сейчас у нас есть достаточно глобальное изменение, оно произошло уже около года тому назад, но мы до сих пор еще не адаптировались. Да? Это изменение – это корпоративный портал. Теперь все наши клиенты работают в корпоративном портале, и в связи с этим процессы работы поменялись, да, и меняются до сих пор. И если выясняется, что что-то мы делаем недостаточно удобно, логично и рационально, то это все постоянно перерабатывается, переделывается, и это одна из моих задач в том числе.